Видео с огромным количеством туристов на бархане Сарыкум стало вирусным в сети Инстаграм за последние сутки. На кадрах более сотни туристов прогуливаются и весело проводят время на песчаном бархане в самом центре дагестанских гор. Билет туда, к слову, обойдется всего 127 рублей. Это место притягивает туристов, желающих сделать фото в месте, где проходили съемки эпизода фильма «Белое солнце пустыни». Напомню, ранее Минтуризма сообщили, что на майские праздники в Дагестане ждут примерно 100 тысяч туристов. 90% отелей давно забронировано. В этом году в республике уже отмечен рекордный турпоток. Это связывают с ограничением регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. Основные направления для приезжих – это Махачкала, Дербент, Сулакский каньон, Хунзахский и Гунибский районы.